Всем привет, Кент на проводе. Мы продолжаем проходить карту под названием «Тайны четырех островов», и это уже седьмая часть. Мне туда, окей. Надеюсь, испытания будут не очень сложными. И момент истины. Пройду тут лабиринт, найду в нем факел. И поставлю его туда. Идемте искать факел. Ух ты, сколько табличек. Ну вот и последний остров позади. Я что-то не понял. Давайте вернемся назад. Пройду тот лабиринт, найду в нем факел. И поставлю его туда. То есть изначально мне нужно пройти вот этот лабиринт. Я думаю, что это не проблема, тем более его можно пройти на шифте. О нет, паркур! Ребята, это не лабиринт, это называется паркур. Пока что все идет очень успешно. Парень, шифти, просто шифти, я верю в тебя. Надо набрать разгона и прыгнуть со всей силы. Ух, как все трудно-то. Сейчас прыгаю туда, потом туда. Ага, мимо. Вот теперь я потерял мой факел. Теперь все будет по-честному. Опять этот туннель. Я каждый раз трачу уйму времени, когда спускаюсь по этому туннелю. Было бы гораздо проще, если бы кровать стояла прямо у этого лабиринта. Не спеша, медленно я прохожу этот лабиринт. Было бы очень неплохо, если бы я знал, в каком направлении мне надо идти. Ну, вроде. Налево или направо. Кто же его знает? Главное не перепрыгнуть, как я сделал это в прошлый раз. Ха-ха, вот это я нуб. Не ту кнопку нажал, извините, бывает и такое. Мне простительно. Туннель, я тебя очень люблю, но не мог бы ты быть немножко покороче? Это мне так часто говорят, когда играю в баскетбол или волейбол. Уважаемый Кент, вы не могли бы вы быть немножко покороче? Я такой, ну не проблема. А-ха, Кент нуб. Кажись, мне придется опять обрезать некоторые моменты, потому что я не хочу, чтобы серия затянулась на 30 минут. Во-первых, вам скучно, во-вторых, мне долго монтировать, и в-третьих, все в минусе. С вашего разрешения я включил креатив. Дабы скоротать время, я не хочу тратить полчаса своего времени, чтобы проходить этот лабиринт, потому что мне надо сейчас сделать очень много заданий по парам. Вот Кент немного занубил. Возвращаемся на мое прежнее место. А ну, Кент, а ну приземляйся давай, не махлюй. Опять нублю. Кажись, с креативом стало проходить еще сложнее. А, вон сундучок я вижу, то есть мне... Ах, блин! Лол, блин! Ай! Я случайно разломал сундук, ну как так? Как я дотянулся? Вот это я, конечно, нуб. Будем считать, что я долетел сюда. Потому что я по-настоящему долетел, а не допрыгнул. Я, конечно, сейчас немного смахлю, я посмотрю, что там с сундуком. Вдруг там что-то ценное было. Тут был сундук. Ага, в сундуке, скорее всего, был факел. Ну тогда все понятно. Но паркур очень сложный. Вы прекрасно знаете, что я не люблю паркуры.
А еще такой степени тяжелости, это вообще что-то непроходимое для меня. Ну, этот блок я сломал, он тут был лишним. Кажись, разработчик забыл сломать этот блок, поэтому я ему помогу в этом. А знаете, что самое интересное? Что тут был факел. Я беру этот факел, а дальше что? Как вы думаете, что я буду делать? Ну, в одну сторону, я понимаю, еще можно быть там каким-то паркур-мастером, еще можно пройти, но во вторую сторону, это нереально, Unreal. Поэтому мы будем махлевать. Ну, а махлевать, то есть, я буду по лаве ходить. Ребята, у меня сверхспособности, я могу ходить по лаве и вообще летать. То есть, ничего необычного я не вижу. Беру факел, который я как бы нашел, но я сломал сундук, поэтому мне пришлось его взять из креатива. Факел туда. Ну, поставил факел. Система сработала. Выключаем креатив. И проходим дальше. Креатив, отключайся. Простите меня, ребят, что я читерю. Ну, а разработчик карты вначале написал, если что-то будет сложное, то можно включать креатив. Я дословно не помню, но сам концепт был таков. Ну вот и последний остров позади. Теперь надо выбраться наверх, доплыть до пересечения линий из розовой шерсти, подплыть под него, опуститься вниз и копать под себя. Окей, я все понял. Зелье подводного дыхания будет очень полезным для меня. Кирку. Берем побольше лодок. И, конечно же, вагонетку. Это уже привычная традиция в каждой серии брать по одной вагонетке, чтобы прийти на самое начало. Ну, на самое начало острова, я думаю, вы это понимаете. Забраться. Поехали! У меня есть один минус, что я уже забыл, что мне надо делать, но я надеюсь, что я осилю. Ребята, у меня возникла небольшая проблема. Я, в общем, начал плыть, не мог понять, где это пересечение. Потом зашел в креатив, чтобы обратно прочитать условия. Сейчас я вам покажу доказательства. Потом вышел с креатива, как ни в чем не бывало, и опа-на, у меня пропал весь мой инвентарь. Я надеюсь, что вы на меня не будете ругаться за то, что я за одну серию два раза захожу в креатив. Но оказалось так, что я нуб и опозорился. Тем более пересечение линий было просто совсем как рядом. То есть, по сути, пересечением линий является вот это место. И тут все очень было просто, но я нуб. И поэтому, скорее всего, мне придется включить третий раз за серию креатив. Но в этот раз на вполне законных основаниях. Захожу в креатив при вас, чтобы не было на меня никаких нареканий. Ломаю этот блок. Где свет? И что я вижу? Я нашел! Так, надо с креатива выйти, так нечестно. Я нашел сокровище! Поздравьте меня! Ох, сколько золота! Алмазы! Изумруды, это просто идеальный дом, я хотел бы в нем жить. Только, ребята, у меня есть небольшая проблема, что как я вынесу все эти сокровища наверх? Тем более у меня нету воздуха, разве что опять включать креатив. Но я ж не могу 4 раза за серию включать креатив, ну 3 раза это еще ладно, а 4 раз уже нельзя. Поэтому я так думаю, что тут я и останусь, тут я и буду жить. И на этом прекрасном моменте я заканчиваю мое прохождение этой замечательной, офигенной карты. Большое спасибо разработчику, большой тебе поклон. Карта вышла очень годной и интересной. Буду всем ее рекомендовать. Мне лично очень понравилось. Советую ее пройти и вам, ссылочка будет в описании. И на этом я заканчиваю прохождение этой карты. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, ждите следующих карт. Ух ты, это что, продолжение? Спасибо за прохождение, и тебе спасибо, бро! Карта пройдена! Если тебе понравилось, можешь повысить мне репутацию, ставь лайк, оставляй комментарий. Карту сделал наномайнер. Всем пока! Пока!